Домой приехал, думаю, почему бы не поделиться с днем. Мы создали это, что 5 тысяч за 30 дней. Но как это выбирать? Так что видеть природу, общаться с людьми. То есть свободный график 170 километров в день. И у нас получилось. Это же налегке, да? Налегке, то есть машина сопровождения была. Ну, была машина сопровождения, да. Но из-за того у нас вообще не было. Встреч было много. И ехали мы спортсмены вообще не брали. Категорически я был против спортсменов по той причине, что начинают. Они разрывают, гоняются. Да, у нас потому что было вообще начало вот этого мероприятия, что именно любой человек в моей схеме может стоять. То есть травмированно у нас получается, что я подбираю. Не человека под велосипед, а велосипед под человека. Да. И училось уходить правильно, модификацию подобрать для чего. Вот так вот у нас и получилось. Мы поехали у нас возрастной центр, и мне 55, а там у нас у меня 50 лет. Ну то есть иди Синьков, он доехал, владел, в принципе, что владели мануалом, правильное восстановление, правильное войне. А потом мы организовали уже на следующий год в Лондон поездку. И пригласили вас, ребят, с которыми мы здесь. Мы тогда попробовали девочек. Но у нас все девочки были. Вот сейчас приедет выдающийся человек, девочка. Она вообще ездила на велосипеде. Поехала в Калантийске с нами в Лондон в 9 году. Сейчас накатывают на Ранышке. А женщине уже 40-45 лет.